Филиппийцам. Вторая глава. И мы с вами читаем очень интересное место. Смотрите. Пятый стих говорит: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И я здесь пишу, пятый стих, чувствование. Чувствование. Итак, друзья, внимание. Вот о чем я сегодня хотел вам сказать. Смотрите, что получается. Он говорит, в вас должны быть не просто внешние признаки христианства, да? А вы должны достигнуть совершенства посредством того, что у вас будет то же самое, что чувствует Иисус. Вы понимаете, послушание на уровне чувств, на уровне мыслей, а это на уровне чувств. То есть я начинаю чувствовать то же самое, что чувствует Иисус. Ходить в чувствах Иисуса – это ходить в послушании. Аллилуйя! Помазание сейчас приходит, когда я говорю это. Вот что бы переживал Иисус, я начал просто переживать эти вещи, и я вам говорю, у вас, у многих, с вами несправедливо поступили. Где-то что-то произошло, у вас отобрали, взяли в долг и не отдали, вас обидели. Благодарите Бога, я вам говорю, у вас чувствования должны быть, как во Христе Иисусе. И здесь говорится, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть он, будучи, то есть он на самом деле был, будучи, образ Бога. Он был образ Бога. Он не почитал хищением, то есть имеется в виду, не почитал это какой-то наглостью быть равным Богу. То есть, чтобы вы поняли, Иисус Христос – это Бог. Вы поняли? Это Бог. Но смотрите, какие чувствования у него. Теперь вы сейчас увидите. Но уничижил себя самого. Но уничижил себя самого. Друзья, внимание. Смотрите, уничижил себя самого. Теперь мы перемещаемся с этой фразы. Перемещаемся на 9 стих, где говорится: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал». Итак, внимание, 9 стих говорит: «Посему и Бог превознес». В этом же 7 стихе начинается: «Но уничижил», смотрите, «себя самого». Получается, начало послушания начинается в том, что ты, будучи, не то, что ты ниже, нет, будучи человеком, который я равен Тане, я равен Рае, я равен Виолетте, я равен, но я уничижаю себя сам, принимая, дальше говорится, смотри, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку, по виду став как человек. То есть он уничижил себя сам. Когда мы себя уничижаем, Бог нас поднимает. Смотрите, мы уничижаем себя, а Бог говорит: «Посему я превознес его». Потому что он себя уничижил, поэтому я его превознес. И он себя уничижил, превознес. Позволь себя обижать, и Бог тебя превознесет. Позволь, чтобы тебе... Он говорит: «Кто скажет тебе идти с ним одно поприще? Иди с ним два». Говорит: «Не протився злому, ударят тебя по одной щеке, подставь другую. Попросят у тебя рубашку, отдай верхнюю одежду». Понимаете смысл? Что ты сам не борись за себя. Ты сам не сражайся за себя. Ты сам себя не поднимай. Не доказывай свою правоту. Не доказывай справедливость. Не доказывай, что это вот истина. На самом деле все не так. Не доказывай этого. Он говорит: уничижь себя и поставь себя ниже. И Бог говорит: посему и я превознесу тебя. Посему я буду сражаться с врагами твоими и накормлю их собственной плотью и напою их собственной кровью, как молодым вином, говорит. И это говорит Писание, понимаешь? Когда мы себя сами уничижаем, то есть это происходит, смотрите как. Друзья, это не внешне, это внутри.
Я это испытал, друзья, когда сейчас я это у меня продолжается. Я благодарю Бога каждый день. Я просто поклоняюсь Ему за это. Я говорю, спасибо тебе, что ты дал мне это пройти. Спасибо тебе, что у меня забрали. Спасибо тебе, что у меня отобрали. Спасибо тебе, что со мной так поступили. Спасибо тебе, спасибо тебе. И я вижу, что именно эта благодарность и хвала, и принятие. Вот знаешь, вот Бог что-то допустил в твою жизнь, и ты противишься этому. Потому что это нечестно, это несправедливо. Бывает у вас такое, да? Да. Внутри все поднимается. Внутри просто ты говоришь, это нечестно, это несправедливо. Ну как такое может быть? Ну это же не должно так быть. Но когда, представь, я тебе говорю, чувствование Христа. Ты говоришь, Бог, если ты захотел, я принимаю это от тебя. Я принимаю это не от людей, а от тебя. Я принимаю эту несправедливость от тебя. Со мной вот все уже запечатано. Ты, как говорится, все уже просто сделали с тебя, не пойми что. Благодари Бога просто. Благодари Бога внутри. Чувствование Христа – это уничижить себя самого. Чувствование Христа, смотрите дальше, что было. Смирил себя. Следующее. Смотрите. Первое. Уничижил. Давайте пишем. Уничижил. 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 Второе. Смирил. И третье, был что? Послушным. Камень. Слушайте, вот эти три вещи, уничижил, смирил и был послушным. Это и чувствование Иисуса Христа. Смотрите, когда у вас сегодня мы строим свою жизнь, скажите, вот вы все хотите, чтобы Бог вас своей рукой поднял беспрепятственно? Дал вам мудрость, дал вам вообще деньги, дал вам вообще, расширил ваши пределы, распространил вас, дал вам новую жизнь. Вы хотите этого или нет? Да. Все, отлично. Друзья, послушайте, я вам говорю, сегодня Бог нам устроил праздник, потому что послушание, друзья, это камень. Но все начинается, знаете с чего? С чувствований, которые мы принимаем. Вот мы любим Иисуса Христа, если, то мы должны любить то, что любит Иисус, то, что Он чувствует. Мы должны полюбить Его. Мы, бывает, не любим то, что любит Иисус, не любим Его чувства, потому что Он себя уничижал, Он себя смирял, Он был послушным. А мы внутри бунтари, мы хотим жить по-другому, мы хотим, чтобы Он нас поднял, мы хотим увидеть Его славу на своей жизни, понимаете? Но в то же самое время мы хотим сами доказать, защитить себя. И мы ставим границы и говорим, вот за эту границу никто не зайдет. Я вам скажу, Бог хочет поломать все границы. И сказать, нет, у тебя есть твое мнение, у тебя есть твоя воля, у тебя есть там все, что ты хочешь. Но ты должен найти в себе вот это наслаждение от чувствований, которые во Христе. Будучи человеком, который может не делать этого. Вот понимаете, есть всегда выбор. Я могу послушать Таню, вот она старше, а я могу послушать ее. Виолетта сегодня, она молодая, но она тоже старшая, представляешь? Я могу послушать, у меня выбор есть, но могу не послушать. У меня есть мое мнение, у меня есть мой опыт, я знаю больше ее. Но представляешь себе, а она старше. И я говорю, так я понимаю, что она не понимает. Знаешь что? Чувствование. Я беру внутри себя и смиряю. Внутри себя уничижаю сам. И когда я делаю это, ношу в себе чувствование Христа, тогда Бог Отец начинает поднимать меня. Он начинает поднимать меня. Он начинает поднимать мою жизнь. Он начинает посылать в мою жизнь благословение, друзья. Благословение, друзья, это реальная субстанция. Понимаете? Когда благословение приходит на человека, все начинает просто буквально, Бог как повелевает всему миру. И все поворачивается к этому человеку, и все идет к нему хорошее. Понимаешь? Он даже не знает, что завтра его ждет самое лучшее. Он просыпается, а его уже ждет самое лучшее. Это наша жизнь, друзья. Мы смиряемся в отношении друг с другом. Мы смиряемся по отношению друг к другу. А Бог начинает нас поднимать в этой жизни.